Добрый вечер. Сегодня среда, 7 часов вечера, на Щелковском телевидении «Диалог о православии». Мы в прямом эфире, и у вас есть вместе со мной возможность задавать свои вопросы священнику Русской Православной Церкви, настоятелю Николу Берляковского монастыря, Игумену Евмению. Отец Евмений, добрый вечер. Добрый вечер. Всех с постом. Да, с рождественским постом. По нашей доброй традиции предлагаем начать со слов Спасителя, с чтения Евангелия, того отрывка, который будет читаться на воскресном богослужении. Но сейчас мы уже готовимся к Рождеству, тут и Новый год, и как раз начинается с самого начала Евангелие. Евангелие от Матфея, глава 1, стихи с 1 по 25. Мы с вами на русском языке читаем, чтобы было понятно, в храме на церковно-славянском. Послушаем Евангелие. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса, Изару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфии, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Уриею, Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Ассу, Асса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Азию, Азия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иакима, Иаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехони родил Салафииля, Салафиль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве приимет, и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Да, для многих начало Евангелия с перечислением вот множества имен кажется неинтересным, наверное, скучным, даже, наверное, несущественным. Да? И хочется, наверное, быстрее все это пролистать и дальше. Но мы знаем, что каждое слово Святого Евангелия Богу вдохновенно. Для чего перечисляется столько имен? Ну, на самом деле, конечно же, для человека невоцерковленного особенно, да, неискушенного во всех этих подробностях, конечно же, такое перечисление многих имен, оно ничего не несет, никакой информации, но на самом деле одно то, что за каждым именем стоит поколение целое, да, то есть это человеческая жизнь, это уже говорит о многом. Ну и, конечно же, так как народ израильский имел обетование, что среди него родится Мессия, Спаситель мира, они, конечно же, записывали все роды и поколения, были специальные книги у них при храме в Иерусалиме, в которых священники записывали, кто от кого родился, потому что были ряд пророчеств, которые говорили, от кого, в каком колене родится Мессия. Поэтому в этом ожидании жил весь народ многие столетия, тысячелетия. Те люди, которые жили в тот первый век от Рождества Христова, то есть евреи, в первую очередь это им было обращено повествование евангельское от Матфея, они, конечно же, видели в этом глубочайшие и полнейшие подтверждения всего Ветхого Завета. Всего того, во что они верили и чего они ждали, они здесь видели, что это сбылось. Вот для их и старался Матфей, перечисляя эти роды. Ну и для тех, кто впервые читает, тоже странно, да, то есть там мужчина родил там мужчину, то есть женский род там не упоминается. Ну мы, да, по-другому привыкли, там мама родила, да, а так как все вот это исчисление, кто от кого родился, шло по мужской линии в народе израильском, поэтому здесь Матфей тоже следовал тем же законам евреев, ветхозаветным законам, и поэтому перечислял отцов. И здесь мы четко видим прямую цепочку от Авраама до Иисуса. Мы эту цепочку одного за другим видим, что это не случайные, так сказать, события рождения Мессии, а оно закономерное, оно пророчески предписанное уже, и оно совершилось вот в тот год рождения Христа. Сами имена, вот эти многочисленные, они что-то означают? Все имена в народе израильском, они всегда давались как бы с каким-то, с опорой на какой-то исторический там, или какой-то другой момент жизни, описательный такой момент жизни, происходивший с тем или иным человеком. Поэтому все эти имена имеют значение в переводах, то есть их можно разыскать и посмотреть. Но вот, ну, например, Авраам – отец множества, да? Да, то есть, вот... Авраам – это отец множества народов, да, Давид – это возлюбленный, да, Господа. Ну и так далее. Там они все имеют свои четкие названия, и по этим даже именам и скрытому духовному смыслу за этими именами мы видим как бы такой текст написанный. То есть история в именах даже, да? История, да, именная. История всего народа израильского по совершению пророчества о рождении Мессии. И в этих именах зашифрованы в том числе и события, происходившие в той или иной эпоху, в том или ином, так сказать, колене, в том или ином государственном устроении на тот момент, где жили эти люди. Там и отступление от Бога, там и, наоборот, укрепление в вере. То есть вот эти все моменты, которые мы в Ветхом Завете читаем, они в этих именах отслеживаются. Зашифрованы. Да. Угу. Почему среди мужских имен упоминаются 4 женских – Фомарь, Рааф или Рахава, Руфь и Версавия, да, правильное ударение? Угу. Но они не отличались своим благочестием, ну, блудницами их можно назвать. Почему вот их вот так вот запечатлели? Они не только такого вот легкого поведения были, но они еще, некоторые из них были не еврейки, то есть они... от язычниц были. Поэтому здесь мы видим, что Господь пришел спасти не только праведников, но и грешников, и не только народ израильский, то есть по национальному признаку, но весь народ, произошедший от Адама и Евы. Весь народ, который в него веровал, истинно веровал. И эти все женщины, они были верующими, и это... их спасло, и, как мы видим, привело от такого... ну, нечестивой жизни привело их к величайшему из рожденных женами, да, да, самому Мессии, к Христу. Да, то есть они вошли в родство с Ним. Да, то есть каждый из них праматерь, да, получается, она Господа? Фактически, да, там прабабушка Христа. И в этом мы видим, конечно же, любовь и милосердие Божие ко всем грешникам, что нам дает упование на прощение наших грехов. Господь этим показывает, что я... даже не стыдится своих даже предков. Да, даже... Ведь Господь мог отобрать и ввести туда только еврейских женщин и благочестивых. То есть он мог это все устроить, Богу все возможно, да? Но он специально это сделал, чтобы показать через это, и в Евангелии это тоже озвучено не случайно, а для того, чтобы мы понимали, что язычники... и грешники также призваны к спасению во Христе через вот этих женщин. То есть Христос и с ними также по плоти, то есть с нами. Мы тоже на тот момент были язычниками, и мы тоже не являемся, так сказать, от колена Авраамова. Да? Мы по-другому разошлись в другие времена и сроки, и Авраам жил там, а мы здесь жили. Конечно же, наше родство соединяется где-то там еще после Ноя, но потом наши пути разошлись. Но именно вот в этих женщинах мы также имеем свою долю участия в христианской жизни, в том числе и по плоти. Потому что Господь взял на себя плоть человеческую, то есть Он вочеловечился при своем рождении. И это важно, потому что мы здесь имеем твердое обетование, что всякий, кто верует через кровь и тело Христова, может обожествиться, очиститься и спастись. Вот для этого и введены были эти женщины. Евангелист говорит: «Итак, всех родов, от Авраама до Давида 14 родов, от Давида от переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов». Для чего евангелист родословие разделил вот на такие три части? Это те части, которые мы видим в Ветхом Завете, это исторические моменты жизни народа израильского. 14, потому что это двойная семерка. А число 7, оно божественное, имеет естество, то есть 7 дней недели, 7 звуков, 7 цветов радуги и так далее, 7 кристаллических решеток, то есть множество, число 7 во множестве пребывает наших жизненных, так сказать, устоев, заложенных Господом. И здесь тоже мы видим, что это не случайные какие-то роды, в которые там кто-то больше, кто-то меньше, а все происходило по промыслу Божию. Поэтому в одну часть жизни народа израильского, да, когда только складывалось государство, да, вот это первые, да, 14 родов, это одна, так сказать, история. Потом был момент, когда Израиля как государство исчезло, да, захвачено было в плен вавилонянами, это переселение вавилонское, это вторая часть, и третья часть, когда обратно вернулись. То есть здесь идет напоминание исторических событий, канвы событий всего народа израильского. Для чего? Для того, чтобы здесь тоже мы все увидели промысел Божий, что это не случайные события в истории государства израильского. И все это было нужно для того, чтобы родился Христос. Нужно было пройти все эти поколения. И когда тоже толкование я прочитала, что евангелист разделился родословием на три части, желая тем показать, что иудеи с переменным направлением, то есть в разные времена там политическая была обстановка, но они не становились лучшими. На самом деле, да, все моменты жизни народа израильского, что при строительстве государства, что во грехах и в переселении Вавилонском, что после переселения Вавилонского, когда опять восстанавливалось государство израильское, везде мы видим одни и те же грехи человеческие, одни и те же ошибки. То есть они грешили, 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 что при Моисей, когда он выводил народ израильский из Египта, часть стала поклоняться Ваалу, золотому тельцу, потом часть взбунтовалась, да, и множество пришлось даже, было убито и погибло в пустыне, 40-летнее хождение по пустыне мы вспоминаем. Что в момент нападения, различных нападений на государство израильское, язычников, после согрешения народа израильского, отступления от веры, Господь их наказывал язычниками, чтобы они опять возвращались к Богу, чтобы в вере укреплялись, и тогда израильское государство опять восстанавливалось. Что после совершенного, так сказать, падения нравов, оно исчезло израильское государство при пленении вавилонском, и уже в чужой стране, в Вавилонии, да, уже там также грешили, также отступали, но и сохранялись и праведники, и пророки, да, мы это все видим исторически. И здесь мы понимаем в этой конве событий, что не может человек без Бога измениться в лучшую сторону. Все одно и то же, все по одному сценарию. Как и сейчас. И сейчас мы также вращаемся вот в этом же беличьем колесе, также грешим, также отступаем от веры. И государство мы сами чуть не теряли, да, 17-18 годы, когда мы были практически в разрушенной стране существования, да, нашей русской государственности было. Потом восстановление, потом опять отход и так далее. Вот эти вот качания мы сейчас тоже видим. И, конечно же, это говорит только об одном, что всегда было, есть и будет, одно и то же естество человеческое. Если оно без Бога, оно разрушает само себя. И при разрушении самого себя оно разрушает еще и государство. Вот это надо четко понимать. И Христос в конце времен, мы помним, что после пришествия Христа, буквально там через 30 лет после его распятия, опять исчез город Иерусалим, и государство израильское тоже было фактически исчезло государство израильское. Оно было восстановлено только после Великой Отечественной войны в 1945 году. То есть на 2000 лет исчезло государство израильское после того, как народ израильский в очередной раз, так сказать, отошел от Бога в вере, был, так сказать, ослабел и распял Христа. Наказание было потери государства, огромное количество погибших, около 1 миллиона человек погибло через 30 лет после смерти Христа. И сотни тысяч были пленены и проданы за 30 сребреников на арабские торги рабов. Были проданы в огромном количестве израильтяне. То есть все одно и то же, все везде повторяется. Поэтому нам из этого надо вынести для себя урок, что если мы будем стоять крепко в вере, то и государство будет крепкое. Если мы будем расслаблены и не веровать, то и у нас будут такие же брожения, шатания, качания, то одно, то другое. К сожалению, это мы наблюдаем и на других государствах. Все это, в общем-то, везде повторяется одна и та же история. Да, если посчитать внимательно, три вот эти вот, да, тройки. В последней тройке там 12 родов поместилось. А почему называет евангелист 14? Ну, там он ввел туда само переселение, как один вот период, да, как бы род. Он взял переселение за род. И рождение Христа – это тоже отдельный род. Да. Рождение Христа, оно полностью меняет всю историю человеческого рода, поэтому его он взял тоже. Поэтому вот эти две единички как раз он и доупотребил вот до 14, до числа 14. Да. Почему родословие ведется вот по евангелисту Матфею к праведному Иосифу? Ведь мы знаем, что он был названным, да, отцом Господа, потому что Пресвятая Богородица, ну, она чудесным образом дала свое вот, там, и гены, как вот. Ну да, да. Есть даже такая как бы информация, что та кровь, которая осталась на Туринской плащанице, если ее посмотреть геном, то мы увидим там только женские гены, мужских генов в нем нет. И это нонсенс для любого генетика, то есть не может человек родиться без полного набора хромосом. Вот там неполный набор хромосом в крови Христа. То есть только материнские гены присутствуют, отцовских генов нет. Это, кстати, одно из таких научных доказательств непорочного зачатия. Да? А по поводу того, почему разбирается род Иосифа, от кого он произошел, хотя он не имеет какого-то прямого отношения, да, к рождению Христа. Дело в том, что по законам Ветхого Завета, по законам жизни израильского народа невозможно было создать семью из, так сказать, супругов из разных колен, из разных родов. То есть каждый род, каждое колено брало себе супруга из своего же рода и колена. Поэтому если Иосиф, он от колена Давидова, то, значит, и жена его также из этого же колена. То есть это, опять же, такое, ну, юридическое обоснование чистоты рождения Мессии, что он от Давида. Так как Иосиф от Давида, то и жена Иосифа тоже от Давида. Это закон предписывал из израильского государства, и его никто не нарушал. То есть это четкое обоснование родословной Христа. Почему евангелист называет Господа Иисуса Христа только сыном Давида и Авраама, и причем не в порядке по времени, ведь Авраам жил многими веками раньше Давида? Ну, не по времени, потому что Давид, он выше был по званию, он царем был, а Авраам был путником, странником, то есть он только пришел по вере, кстати, из Вавилонии, перешел в Палестину, в землю обетованную, и там основался для жительства. Поэтому его вторым по чину, так сказать, да, его ставит апостол. Но почему их двоих? Потому что весь народ израильский, а значит и Мессия, от Авраама пошел. Это родоначальник всего народа израильского. А царь всех царей пошел от Давида, потому что царь был Давид, а вот царь всех царей, Христос, он пошел от царя Давида. То есть здесь вот складывается как бы родоначальник всего верующего народа и управляющий всем миром. Вот в этих двух именах это зашифровано, такой вот интересный момент. Поэтому мы называем Христа «Царь всех царствующих». Да? Мы видим, что в этом такой тайный смысл, что Бог управляет всем, и Он царями управляет, и Он управляет народами, и Он производит, собственно, и народы. То есть кто сотворил человека? Бог. И здесь вот именно это мы видим в Аврааме и в Давиде. Да, и часто даже в евангельском тексте мы встречаем, да, часто упоминание «помилуй нас» там, и «Иисусе, сыне Давидов», то есть часто называют. Да, да, это во всем Священном Писании это прописано, что он сын Давида из Вифлеема. Да, также в тексте мы читаем: «Наречешь ему имя Иисус». И с какого времени Господь стал Христом? Почему так называют? Ведь, наверное, кто-то и думает, что это имя, фамилия. Ну, у нас это, так сказать, оно как бы привычное с детства, да, Иисус Христос. Мы не задумываемся, да, ну, как-то вот вроде бы как неразделенные, да. На самом деле Иисусов там было много в народе израильском. Иисус Навин, например, великий из полководцев был народа израильского, другие Иисусы были. Но вот Христос, он был один. Это как раз в этом слове скрывается, ну, в переводе его, это помазанник, помазанник Божий и Мессия в одном лице. То есть Мессия – это спаситель мира, а Иисус, он тоже в переводе само имя называется, носит такой перевод, как «спаситель». Вот здесь «спаситель», «Мессия», «Иисус Христос». Вот если перевести, то это звучит именно так. Здесь мы видим полное, так сказать, информирование всех, что это Спаситель и это Мессия, предназначенный для спасения рода человеческого от Бога. Причем от сложения мира, Сын Божий. Да? Еще на предвечном совете он сказал, что я приду и спасу. И это еще было обещано Адаму и Еве при изгнании из рая, что пошлю вам Спасителя, который вас спасет. Вот, собственно, это и произошло. То есть Христос – это божественный титул? Да, это перевод «Мессия», то есть тот посланник Божий, который должен спасти весь род человеческий от греха. Почему нужно было обручение Богородицы? Опять же, это, так сказать, законы жизни народа израильского, они предписывали, что невозможно просто деве жить. Это сейчас все равно, как ты живешь, замужем, там, женат, ну, как хочешь, так и живешь. А тогда, если ты женщина, у тебя должен быть муж. Если ты муж, у тебя должна быть жена. То есть вот это было четко прописано в законах Моисеевых, в Торе, то есть Пятикнижии Моисея, и это все соблюдалось. Поэтому, чтобы соблюсти все законы Моисеева закона, да, ветхозаветных законов, это и было совершено. То есть Богородица, мы помним, она дала обет безбрачия, еще с 3-летнего возраста, живя в Иерусалимском храме, она и дальше хотела так жить, но после ее совершеннолетия ее необходимо было по закону Моисея выдать замуж. Поэтому был собран огромное количество людей, которые не женаты, мужчин, и патриарх ветхозаветный, он, собственно, такой, ну, как сейчас говорят, конкурс провел. Господь им открыл, что посох того человека, на который спустится голубь, вот этот человек избран в качестве того, кто будет мужем Пресвятой Богородицы. Это вот стал Иосиф, 80-летний старец. Все посохи были занесены к алтарю, и он выносил по одному посох, но вот нет, 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 нет. И он вынес все посохи, ничего не было. И последний посох, он был очень маленький, он там, так сказать, завалялся куда-то в алтаре за престол. Он его нашел, вынес, и на него спустился голубь. Мы помним, что это символ Духа Святого. И когда они спросили, чей это посох, собственно, это и был Иосиф Обручник. То есть таким образом Богом был избран этот человек для сохранения девства Пресвятой Богородицы по закону Моисеева. Почему Господь родился, ну, без вмешательства мужчин, без мужа? Чтобы это не было страстным, чтобы это не было по естеству плотскому, а по духовному закону Господь, Он от Отца родился, Отца Небесного. И здесь также Он родился от Отца. Но чтобы родиться в человеческом обличии, в человеческом теле, нужна была мать. Без этого никак уже не обойтись. То есть Он соблюл и духовный закон, и закон материальный. Ведь сам Господь создал так людей, что рождаемся мы все от матери. И поэтому мать была необходима, Пресвятая Богородица была избрана для этого, а отцом был Отец Небесный, который Духом Святым осенил ее, и она родила Спасителя мира. Таким образом, Он соединил в себе и божественное, и человеческое естество. Удивительным образом. Да, святые отцы еще тоже толкуют, да, для чего нужно было вот и замужество Богородицы, ну, запутать дьявола, потому что он ожидал от девы, да, что... Вот, ну да, он же тоже ждал Мессию, он же тоже знал о этих пророчествах, и что придет вот посланник от Бога, который будет уязвлять его во главу, да, он будет кусать в пяту, да, человеческий род, а его во главу уязвит, то есть победит полностью Спаситель мира. И он ждал, чтобы его сразу, собственно, как-то аннулировать, чтобы не было никаких претендентов. Поэтому здесь тоже одно из толкований, чтобы она не выделялась, потому что в народе израильском, повторюсь, не было такой практики, все девы должны были выходить замуж. Да, и потом при искушениях в пустыне мы тоже видим, да, сомнения дьявола, когда он искушал Господа. Да, он проверял. Это или не он, так или не так. И убеждался, он даже во всех этих искушениях, мы видим, он пытается подчинить Христа себе, чтобы он ему поклонился, чтобы он его послушался, чтобы он его принял. То есть вот, чтобы он ему просто даже стал отвечать, что он хочет, да, дьявол. Но мы видим, что во всех этих искушениях Господь вышел победителем, и после этого каждый шаг его в земной жизни, по земле израильской, это было побеждение дьявола во всех его обличиях, будь то бесноватые, там, или болезни, или даже смерть. Он везде его побеждал ежедневно, с каждым шагом своим, приближаясь к своей смерти и к воскресению. Читаем дальше. «Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда помыслил, к нему явился Господь, а ангел, да, был послан». Почему он напрямую не спросил Богородицы, да, о ее непраздности? Вот. И почему Богородица, она же наверняка видела все сомнения, а кроме того, его же душа такая праведная была, и какие его помыслы мучили, мы даже представить себе не можем, да? Вот. Почему она сама не рассказала ему об этом? Ну, здесь мы видим поведение двух смиреннейших из людей, Иосифа, по смирению своему принявшего это, 80 лет ему было, он уже старенький человек был. Представьте, пешком в Египет идти, да, убегая от Ирода, который хотел убить Христа. Да, вот, по научению бесовскому, дьявольскому. Соответственно, он нес это послушание, данное ему от Бога, и его кротость и смирение не позволяли ему задать такой вопрос, чтобы, может быть, не обидеть как-то вот Пресвятую Богородицу. То есть он видел ее чистоту, он видел ее доброту, он видел ее удивительное качество души, и поэтому он не дерзал. И в голове у него, наверное, не укладывалось, да, вообще никак. Да, он не дерзал даже сформулировать этот вопрос, потому что он не понимал, как это. Поэтому, чтобы не разбираться, он... Чего, как? Да я ее просто отпущу, и все. И она вот как-то там даже не огласив ее, да? Да, не огла... никому ничего же, не сказав. Тогда же было принято даже побивать камнями. Ну, вообще, смертная казнь предписана была Моисеем, пророком, всякому, кто прелюбодействует. Всякому. И по законам Моисея, ветхозаветным, ее должны были побить камнями. Поэтому он не хотел ей ничего дурного причинить, он просто отпустить ее. Ну, я уже старенький, уже все не изнемогаю, поэтому вот живи одна. Да? Он как бы так, наверное, размышлял. Не спрашивая, не разбираясь. Для нас это величайший пример смирения и кротости, когда мы начинаем там, по ревности, а это что это такое, а это кому-то там, а это почему-то там, а это что это за смс-ки, а что это там, где ты был там, или где ты была, там, вот, с работы должна вернуться там 5 минут назад, а ты где ты 5 минут была, или где ты 5 минут был. То есть мы вот в своей внутренней ревнивой натуре здесь мы даже не понимаем, а как это так можно? То есть у нас даже в голову не приходит такая чистота мыслей, чувств и жизни. То есть это смирение и кротость Иосифа. И поэтому Матерь Божия точно так же по смирению своему и кротости, и упованию на промысел Божий, мы это упование везде потом видели. Что в Кане Галилейской она просто сказала, а у них вот нет вина. Да, потом сказал, ну, вы сделайте слугам, сделайте, что он скажет. Да? Точно так же она знала, что Господь все устроит. Так и здесь она, совершенно не сомневаясь, четко знала, что Господь все устроит без ее вмешательства, каких-то там разборок, чего-то объяснений, что вот да это не так. Да и как она расскажет, что она скажет. И потом, ну, представьте, вот ей явился архангел Гавриил, которого она видела в храме Соломона с детства, он ей там прислуживал. И она к этому, ну, хоть более-менее была привычна и естественно для нее в какой-то степени, насколько это можно быть естественно, да, общение с ангелами. А Иосиф-то, ему ангелы-то не являлись на его. И рассказать ему, что вот не ангел пришел и сказал то-то, то-то, она понимала, что он не вместит этого, он к этому не готов. Поэтому она предпочитала промолчать и дать все в руки Божьи, чтобы сам Господь эту ситуацию как-то своим промыслом управил. Что, собственно, и произошло. Ну, вот такие искушения, это мы сейчас вот читаем так легко, а вот если представить ту ситуацию, что там происходило, то есть вот эти помыслы, да, друг друга... Да, плотские помыслы, но Иосиф, он же не мог догадаться, что... Вообще в его присутствии рождается Мессия, что возможно такое чудо, которое никогда не происходило, что зачатие без семени, зачатие от духа. Это в голову, несчастное в голову, это никому не может вместиться, хотя это произошло уже, и есть даже научные доказательства, о чем я сказал, да, генетические. То есть мы здесь видим это и удивляемся. Представляете, какое его было смущение на тот момент, которое было все равно его кротостью и смирением подавлено. И мы в этом, повторяюсь, видим только праведность Иосифа. Почему Господь попускает вот такие великие искушения? Ведь на самом деле мог, например, ангел сразу обоим явиться, да? Как-то вот можно было иначе, наверное, вариант. Почему вот... Но будь на месте Иосифа, это уже человеческие размышления, кто-то другой, Господь его, наверное, сразу бы укрепил, послав ангела. А так как Господь видел, что Иосиф это понесет, Господь же знал его и заранее, все внутренние качества, что Иосиф это выдержит, что все будет... правильно сделано, поэтому Господь не торопился, давал ему возможность проявить свои качества добродетелей вот в этом терпении, в кротости и смирении. А иначе как бы мы узнали о его внутренней кротости и смирении? Невозможно. И лишь когда искушение уже подошло к краю, и он уже дальше не знал, чего делать, и мог совершить неправильный поступок. Да, он вдруг решил, да, все, у него сложилось решение вот так, эту ситуацию управить дальше. Господь уже вот именно в этой крайней точке, где Иосиф готов был допустить неправильный поступок, здесь он его поддержал пришествием ангела во сне. Ангел ему все объяснил, рассказал, и Иосиф, опять же, показывая свою кротость, смирение и послушание Богу, он... Проснувшись от сна и услышав от ангела такое, что как это, вот так. Он так это принял на веру. А почему ему во сне? То есть вот Богородица наяву, там, еще в каких-то моментах Захарии, да, пророку тоже наяву. А почему это ему во сне? Потому что здесь речь идет просто о послушании. То есть ему просто было доведено информация. Вот ты должен сделать так. А от него не требовалось никаких слов, никаких там поступков, решений. Он просто должен был услышать это, поэтому ему минимально было такое вот общение с ангелом попущено. А так как Богородица должна была проявить свое согласие, ведь Господь, Он же ничего против воли человеческой не совершает, и если бы она сказала, а я не хочу, например. То есть ее нужно было сознательное участие, да? Она должна была сознательно пойти на рождение через нее Сына Божьего. И от нее должно было быть согласие услышано, да? Что она, собственно, и сделала? «Сия раба Господня, да будет мне по воле Его». Она это ответила ангелу. Она задала ему вопрос, как это может произойти, я мужа не знаю, и так далее. Вот эти все моменты должны были быть проговорены. Во сне это невозможно, потому что человек во сне, он, собственно, пребывает в таком бессознательном состоянии, и нету осознанных действий во сне. Ну, может быть, даже и легче, наверное, да? То есть тело уже не мешает, человек... И плюс к тому, да, что вот эта вот наша плотская немощь, она не мешает нам во сне... воспринимать информацию от Господа, от ангела, да? А здесь Матерь Божия была настолько тверда ее вера, что она и наяву могла все это принять. Иосиф наяву бы это, наверное, не воспринял. Он, может быть, просто ужаснулся бы и уже бы и не слушал ангела, просто развернулся бы, может быть, убежал от вида ангела. То есть ему по его, так сказать, внутреннему устроению и силам и вере, ему было дано вот то, что он мог понести. Во сне он это мог понести. Наяву, я думаю, он бы это не смог понести. Матерь Божия по ее силам веры понесла беседу с ангелом, и мы видим, что все так оно и произошло. Да, и как святые отцы говорят, да, что рождение духовное не может быть без особенных искушений и горести. Это о пользе страданий для нас, да, говорится. Ведь мы видим, что жизнь Богородицы, и после того, как Господь родился, они убегали, да, когда там и 14 тысяч младенцев были замучены, убиты. Вот, и вся ее жизнь была в страданиях. То есть она и потом и претерпела, и у креста стояла, и потом она также жила с этим всем. И здесь мы тоже видим, да, что ее страдания начались... уже когда она в чреве поимела Господа, да, и наверняка же и до этого тоже у него были искушения, не из легких жизней. Ну вот удивительно, да, что величайшие из дев, которые жили когда-либо, и более ее уже никто не будет жить, да, на планете Земля, она не жила в каких-то там царских чертогах, ее не окружали огромное количество слуг и челяди. И мало того, она все время несла тяготы, скорби, искушения, гонения. Там, ее постоянно оклеветывали, постоянно на нее какие-то кляузы говорили. То есть даже после ее смерти хотели вот эту процессию, когда ее тело несли из горы Сионской, где она жила, в Гефсиманию, хотели перевернуть гроб, хотели остановить ее процессию траурную. То есть даже после смерти с ней пытались бороться. Представляете, как совершилось пророчество Симеона Богоприимца. «Оружие, сердце твое пройдет». Да? Потому что узнаешь помыслы многих людей. А эти помыслы, они нечестивые, они были злые, завистные, клевещущие и прочие. Конечно же, ей все это было очень больно. И это не телесная боль, это внутренняя духовная боль. Она всю жизнь с этим жила до старости. Она же до старости жила потом в доме Иоанна Богослова, да, любимого ученика Спасителя. Поэтому здесь мы видим только то, что чем больше духовности в человеке, тем больше он несет тягот, потому что действительно мир вооружается, бесовский и злых людей, вооружается против таких людей и всячески их начинает гнобить, уничтожать, потому что, ну как белая ворона, она ее заклевывает свои черные родичи, так и здесь любой человек, отличающийся вот благочестивой жизнью, он просто своим существованием обличает нечестивых. И, конечно же, они хотят его уничтожить, чтобы не было обличения. Нету света, нету и видимой грязи. Да? В темноте ничего, да, не видно. Мы видим, как Господь оберегает Богородицу. Да? То есть сначала вот жена, вот оберегает ее праведный Иосиф. Да? Потом всегда, даже потом описано в ее житии, что она всегда находилась среди народа. То есть она одна никогда не ходила. То есть всегда ее окружали люди. И потом на кресте уже, да, Господь ее, все вот мать твоя, то есть передал он, да, любимому ученику Иоанну. То есть всегда Господь ее вот оберегал от всего. Господь, как любящий сын, всегда и везде имел попечение о своей матери и не забывал ее, и после своего вознесения на небо он ее передал Иоанну Богослову для попечения, а до этого он сам все, что необходимо было ей, давал ей и через своих апостолов и учеников, и женщин, которые ходили за Христом и служили Ему своими какими-то имениями, богатствами, в том числе и Матери Божией, они также служили. Поэтому Он ее никогда не оставлял, и это еще одно из наших таких радостных моментов. Упование на Бога мы также должны иметь, если Господь сказал, что «кто мать моя, и братья, и сестры мои, те, кто слушает Слово Божие и исполняет его». То есть, если мы будем слушаться Господа, то это же попечение будет и о нас. Конечно же, мир будет против нас восставать, он будет нам всячески препятствовать, и какие-то искушения на нас будут сыпаться, но Господь будет с нами, и Его попечение не прекратится даже до кончины нашей и отшествия из этого мира. Это надо четко знать и понимать. На примере Пресвятой Богородицы мы это видим. Читаем дальше текст. «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Людей своих, это которых, и от грехов их. То есть зачем спасать от грехов? Ну да, если это свои люди, то почему они грешные? Здесь мы видим четкое указание на веру. Чем свои от не своих отличаются? Верою. То есть Господь пришел спасти верующих в Него. «Всякий верующий в меня не погибнет». Поэтому здесь мы видим, что мы должны в этом мире в течение своей жизни определиться, верим мы в Бога или не верим. И как только мы это определение для себя выносим, то мы либо становимся своими Господу, либо остаемся чужими для Него уже в вечности, к сожалению. И вот это надо четко понять, и от этого надо ну, вот себе внутри дать ответ, что а не пора ли мне определиться уже? Не ждать пенсии, да, чтобы определиться, верю я или не верю. А вот сейчас уже задать себе вопрос, с Богом я или без? Верю я или не верю? Это то, что свои. То есть свои – это те, которые верят во Христа и которые ждут от Него помощи и спасения. По Его же словам, по Его же обетованиям. А от грехов избавить их, потому что Господь понимает, что наше естество, о чем мы только что говорили там и все, весь период истории израильского государства, во грехах все были, все, даже тот же царь Давид грешил, и Соломон, это и причина все. Разделения, да, нас от Бога. Да, это та стена, которая нас не пускает к Господу, и мы сами ее преодолеть не можем. Только с помощью Божией мы можем избавиться от греха, и именно для этого Он сюда и пришел. Для этого Он был распялся на кресте, и для этого Он воскрес на глазах у Своих учеников, изумленных апостолов и Пресвятой Богородицы, чтобы дать нам ясное понимание, как нам с грехами бороться. Только силой Божией. Для этого Он пришел, для этого Он дал кровь и тело свое, для этого Он создал церковь, для этого Он дал таинство апостолам, родоначальник церкви был Христос, а дальше уже церковь разрасталась через апостолов. И сейчас она существует. 2000 лет прошло с этих событий. Поэтому Он именно этим и занят по сей день. Христос спасает своих людей от грехов, и от искушений, и от бесов, и от злых людей. То есть все попечение Бога о нас, оно уже совершено на кресте, нам остается только этим воспользоваться и войти в Его люди и в Царство Небесное. Точно так, резюмируя, можно сказать, что грех – это вот диагноз, да, нашей всей общей болезни, то есть каждого человека, а прощение грехов – это наше лекарство. Ну, если так сравнить, вот мы все знаем, что этот мир, в нем нет ничего вечного, все рассыпается. Да? Есть такой закон энтропии, физика, да, говорит нам о нем, что любая вещь, какая бы она ни была, крепкая и хорошая, она все равно, рано или поздно, кто-то подольше, кто-то побыстрее, но все распадается, рассыпается. Вот эта энтропия, этот хаос, он есть в нас и в теле, потому что тело наше стареет, болеет и умирает. И в душе, что самое страшное, и в душе такой же хаос есть, который мы сами побороть не сможем. Борьба с хаосом – это только Божие дело. Поэтому мы, как и смерть не можем побороть телесную, так и духовный хаос мы тоже не можем побороть без помощи Божией. И это резюме. Все мы этому подвержены, что телесно, что духовно. Закон энтропии действует в нас, и только источник всей, так сказать, идеальной составляющей этого мира, Христос, да, тот величайший Логос, который создал все предметы материи и духовные предметы, вот Он это может и восстанавливать. Поэтому к Нему и надо обращаться. Как обращаться? У нас осталось всего 2 минуты, да? Вот так как подведем итог нашей передачи. Как нам спасаться? Как нам, чтобы Господь нас простил? Ну, во-первых, стать своими для Бога, то есть стать верующими. Во-вторых, как только мы становимся верующими в Бога, мы должны начать Ему доверять. То есть прочитать, что Он говорил, и стараться это исполнять. И потом... Третий шаг, когда мы это вот прочтем, быть верными Ему. То есть уверовать, довериться и сохранять верность до конца. Но прощать грехи мы можем только во время исповеди. Да? Священник может с нас только снять... Таинство исповеди дал Господь, и без него ничто не произойдет. Мы должны это таинство делать, совершать обязательно. Таинство причастия у нас нет сил. У нас нет тела и крови Христовой, и мы не обожествляемся, не освящаемся божественной силой, благодатью. Да, 1 минуточка, пожалуйста, вам заключительное слово. Ну, всех, так сказать, поздравляю с наступающим Новым годом. Конечно же, желаю, чтобы в этом наступающем году было легче как-то и в духовном, и в телесном, и совершились те добрые намерения, которые вы, может быть, задумали. Ну и, конечно, желаю вам, чтобы вы в этом новом году соединились с Господом еще более в молитве, в причастии, в таинствах. Кто не причастился, причаститься, кто не венчался, венчаться, кто не крестил или не крестился, крестить, ну и так далее, так сказать, по тексту. Поэтому помощи всем вам Божией в наступающем году. И в воскресенье, если кто еще не пособоровался, всех приглашаю, можно пособороваться в нашем храме, в монастыре. Да, благодарю вас, отец Евмений, что вы к нам приезжали. Даст Бог, увидимся в следующем году. С радостью. Да. На сегодня все. Всем мира, любви и добра. До свидания. До свидания.